Итак, сейчас попробую показать вам один из способов, как обклеить дверный проем. Ну, это вообще есть два способа простых. Если же получается, что новичок, лучше, конечно, обклеивать бумагой. Ну, у меня предварительно вырезана приблизно на дверь. И так я притуляю. В цьому відеоролику я покажу один із способів. А в следующем відео, попозже, я покажу ще якийсь спосіб. Более, может быть, простейший даже. Надо стараться, чтобы была натяжка, потому что кадлы будет играть, возможно, материал струшиваться. А это, как бы, никому не нужно таке. Это плохо. Поэтому надо стараться, чтобы была натяжка. Можно скотч виттеля и просто наклеить клеенку и потом аккуратно обрезать ножичком, ну, канцелярским там разным. Ну, не ищем легких путей, поэтому будем делать так. 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 Ну и дивимся, где у нас великі складки, можно проклеить, как бы, где есть, на всякий случай. Ну, в принципе, как-то так. Вот так у нас получилось. Тут также ж. Ну, как бы обратно ж, если новичок, то лучше, конечно, бумагой, потому что
чтобы не испортить потом лакокрасочное покрытие.